Всем ни блага, ни лага, зрители и подписчики нашего канала. С вами я, Жека, и мы продолжаем прохождение игры «Братья. История двух сыновей», которая поведает нам историю действительно про двух братьев. Младшего смышленного парниши и старшего сильного и собранного молодца. И в прошлой серии мы отправились на поиски, это основная задача всей игры, отправились на поиски лекарства для нашего отца, для которому нужна живая вода. А живая вода, по всей видимости, находится довольно-таки далеко. Так, я не понял. Ха-ха-ха, старший брат силен, смотрите, как овечку взял. У-ху-ху! Старший брат, возьми эту овечку, пожалуйста. Так. Какое пушистое, мохнатое создание. Посмотрите-ка на нее. Я не в ту сторону ее поставил. А, нет, смотрите. Абсолютно без разницы. Но прежде чем мы туда отправимся, по всей видимости, мы выполнили эту часть загадки. Что у нас здесь? Что такое? Ох, несносный мальчишка, успокойся. Хватит рушить работу целого дня этого кмета. Что у нас здесь? Какие-то кролики. Иди погуляй. И черные кролики. А насколько далеко мы можем? Ага, мы вынести его отсюда не можем, понятно. Отпусти. А белого ты можешь взять? А возможно, Ноя, это переводится брат на их языке. Я до сих пор не знаю, это чей-то диалект или это английский язык. Мое знание английского языка действительно очень мало, и я могу принимать просто даже английские банальные слова за какие-то, за какой-то мифический язык. Что принесет нам эта серия, я абсолютно не знаю. В любом случае, я ожидаю и знаю, что мои ожидания исполнятся некой сказки. Сказка здесь поистине на каждом шагу. И смотрите-ка, у нас опасный обрыв, через которые два брата смогут пробраться лишь наверняка сообща. Нам виднеется бывшая ферма и собака. Что, и какие-то звуки странные. Собака, которая бегает, которая в прошлом серии нам не давала пройти. Но мы обманули ее. И слышу какие-то звуки и не пойму, откуда они доносятся. Хо-хо, тролль плачет. Троблин. Помесь гоблина и тролля. Тролль-грибник. Два брата просто в шоке от увиденного и не знают, как себя вести. Им жалко его. Будем надеяться, что он добр к нам будет. И не съест нас. Тихо, тихо, Ноэ. Это у него в ушах туннели или... Он нам машет. Он рад гостям. Здоровяк не значит, что плохой. Возможно, таким бывает просто-напросто скучно от ней. И возможно, он нам покажет путь. Да, он знает. Нам надо вверх. И он покажет путь. Здорово. У него две кровати, вы посмотрите. Это может наталкивать на мысль, что он жил, по крайней мере, не один. Или живет до сих пор, но, возможно, любимая ушла. А мне только непонятно одно. Ни одно непонятно. Давайте попробуем старшим братом открыть дверь. А мне одно непонятно. Если у него есть дверь в хижину, зачем ему
И старший брат не может. А если вдвоем? Нет, вдвоем не получится, да? А, если у нее есть хижина, которая настолько сильно закрыта, что даже старший брат не смог открыть. Ну, закрыл-то ее тролль, так что неудивительно. Зачем им кровати, накрытые досками, если у них есть помещение или у него? Мы до сих пор так и не знаем. Ты куда? Отпусти моего брата! Это здорово! Давай, тролль, закинь меня, старшего брата. Это круто. Давайте посмотрим, пока лезет тролль, мы посмотрим, что преподносят нам. Пейзажи, вы посмотрите, там какой-то вход. Катакомбы или пещеры. Восхитительно. Сказочность этого места просто зашкаливает. Так, я разверну камеру, чтобы вам, ну, нам удобнее было смотреть, куда нас тролль отправит в этот раз. Так, хватайся. И второго брата. Да, никогда еще не встречал доброго тролля. Как бы по-интернетовски, мемовски это не звучало. Добрый тролль, добрый тролль, добрый тролль, добрый тролль, добрый, 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 добрый тролль, тролль. Ой, поднимаемся, там уже все рушится. Тролль следует за нами и всячески помогает нам. Мы видим его тень, вы посмотрите, как здесь проработаны тени. Эта игра поистине молодцы. Разработчики постарались на славу. Но здесь мы не допрыгнем, так что подождем тролля. Возможно, он нас может опять-таки перекинуть. Так, тролль. Давай меня сначала, мелкого. Что происходит? Он сделался живым мостом. Вы посмотрите на это. Это шикарно. Разработчики меня радуют своей фантазией. Так, идем, Ноэль. Так. Я. Так, подожди, подойди поближе. И ты подойди поближе. Вверх, я понял. Забираемся. А тролль своим путем. Ему корешки не интересны, ему интереснее гораздо другое. Оч. Так. И пошли. Бог. Еще один живой мост. Так, подняться нельзя. Два брата понеслись. За грибы хватайся, за грибы. Это поистине классно. Добрый тролль. Вот бы мне такого доброго тролля. Так, здесь можно спуститься вниз? Нет, здесь нельзя спуститься вниз. Значит, будем ждать того момента, как наш добрый тролль перекинет нас снова. По всей видимости, живая вода находится именно в той пещере, которую мы видели. Воу, воу, воу. Да уж, не ожидал. А если б не ухватился? А если б в лепешку в стену? Это да. О, младший брат. Так. Да что ж ты будешь делать? Он опять у меня упал. Младший брат не такой сильный, как старший, но его прелесть. Это ум. Он сообразительный старшего и порой делает поразительные вещи. Ну и давай. Забирайся. Так, по всей видимости, здесь нам опять надо, да? Ручеек. И забираемся. Тролль нас привел к какому-то ручью. Что здесь он нам покажет, интересно.
знать. Посмотрите на это. Что? Ну давай. Обоих? Обоих? Тролль? Тролль! Молодец какой. Блин, меня радует, что этот тролль не пытается нас съесть, а изменяя канонам жанра, пытается нам помочь. Возможно, ему настолько грустно и скучно одному, что он решается нам помочь только потому, что... Ага, здесь придется плыть. Здесь придется плыть. Давай. За старшего брата хватайся. Старший брат тебя переправит. Смотрите, какие там глубины. И вода кристально прозрачная. Это... Так, понеслась. А, наверное, сюда. Тролль, что здесь? Туда? Ну хорошо, доверимся тебе. Мне не нравятся узкие пространства с тех пор, как я посмотрел фильм «Спуск». Особенно в... Я надеюсь, наш тролль не пытается нас заменить в какую-то ловушку и съесть. При его силе он мог нас съесть еще раньше. Но наш добрый тролль нас покинул. И меня это огорчает. Он был хорошим нашим спутником, который... Что такое? Подлакивания какие-то мелкие. Который меня безумно радовал. Итак, мы подошли к каким-то воротам. А ну, мелкий брат. Ха-ха, да. Ты смог это сделать. А... Еще лучше, если ты возьмешь и откроешь путь старшему брату. Ведь вы друг без друга не можете. Что у нас здесь? Скамеечка. Давай-ка сядем на нее, да посмотрим. Что тут такого? Поистине красивые пейзажи. Здоровенное механическое колесо, напоминающее на мельницах механизм, который измельчает пшеницу, или в пароходах что-то подобное, крутится, и по всей видимости, по которому нам придется спуститься вниз и пройти через эти частично искусственные пещеры. Ладненько. Насколько бы приятно это место нам не было в окружении всех этих светлячков и приятном освещении, нам нужно спешить. Наш отец в беде, и нужно ему помочь. Так. Тихо. Теперь старший брат. А та... Good job. Молодец. Справился. Так. Тихо. Хорошо, молодцы. Эти механизмы меня просто поражают. Вы посмотрите на их размеры. Такое ощущение, как будто мы забрели куда-то в гоблинские пещеры. Или гномовские, да. Скажем так. А это что-то подобие цеха. Хм. Я всегда, в первую очередь, обращал на те элементы геймплея, которые вызывают больше всего вопросов. Вы посмотрите, здесь явно этому предмету нечего делать. И, по всей видимости, его можно поднять. Да, там мы его не принесем, так что давай вот так вот. Давай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Хорошо. Через что приходится проходить этим двум парням ради того, чтобы... Так, нет. Нет. Ты сюда заходи. Еще. Нормально. Теперь вот так, назад. Так, хорошо. Молодцы.
теперь ты сюда заходи. А ты поворачивай. Ты сюда. Поворачивай. Да, коллективная работа поистине шикарна. Эта игра заслуживает внимания больше, чем кажется на первый взгляд. Она учит коллективной работе. Если бы эта игра, я не знаю на самом деле, но если бы эта игра еще есть в кооперативе с другим человеком, это дорогого стоит на самом деле. Так, по всей видимости, нам надо сюда эту штучку положить, да? Да. И мы заблочили механизм. Сейчас я сначала пройдусь сюда, посмотрю. Здесь ничего нет, просто доступно посмотреть, насколько грандиозные сооружения здесь построены. Мы остановили этот механизм. Я надеюсь, мы не особо что-то там поломали. Но, по крайней мере, теперь мы сможем перебраться сквозь эти пещеры на ту сторону. Так, два брата. Смотрите, для кого это все строилось? Что это и для чего? Безумно интересно. Очень бы хотел бы почитать всю эту информацию, но, к сожалению, ее нету в доступе. Ни титров, никакой другой возможности. Так. Так. Толкай. Ага. Назад. Так, еще. Еще. Нормально. И толкай. Ха-ха, good job. Мы справились, братишка. Мы смогли это. Отец бы нами гордился. Снова прыжки. Давайте развернем камеру, чтобы удобнее было. И понеслась. Эти светлячки меня дико радуют. Они здесь как нельзя лучше. А вот здесь вот... Это вторая часть. Это вторая сторона. В прошлый раз мы обходили с этой стороны, а теперь мы с другой стороны. Так, ты теперь готова. И снова братская работа. Работа за двоих. Но здесь в этот раз нету веревки. Придется нашему младшему брату работать одному. Интересно, а что будет, если я запрыгну на этот крючок? Ха. Возможно, его можно как-то потянуть и растянуть. Сейчас посмотрим. Ха, интересно. Ой, я понял, я понял. Брату самому придется забираться туда. Гениальное решение, на самом деле. О, ну что ты спрыгнул, Ной? Зачем ты спрыгнул? Как же твой брат-то? Братец, как твой, заберется? А почему ты прыгаешь? Я не пойму, почему он спрыгивает с крючка? Ты соскользнул с крючка. Ту-ду-ту-ду. Так. Непонятно, он перестал вообще... Он перестал желать прыгать. Я вот этого не могу понять. Давайте я остановлю. Если сейчас не получится, я скипну этот момент. И так я запрыгну непосредственно. Вот, не понимаю. Всего лишь надо было просто отойти старшим братом. Старший брат мешал этому всему. Давай, старший брат. Залазь. Медленно ползешь, но ты же ловкий. Ты не ловкий, точнее, ты сильный. Все, братская работа выполнена. Вон тролль. И... Ага, здесь тролли работают. Вот почему. Вот что это. Посмотрите, что это такое. Мы поняли, это город троллей. Ха, рыбки. А ты можешь пить, да?
ты пьешь, а ты балуешься. А, нет, ты не пьешь, ты умываешься. Да уж, давайте подойдем к красивому объекту. И на этом, наверное, закончим нашу серию. Она длится довольно-таки долго, и мы увидели много интересных мест. Особенно мне нравится, безумно нравится этот подземный город. Он безумно красив. Тролли, хоть и создания темные, и порой их показывают как ужаснейших созданий, здесь же добрый дядюшка-тролль помог нам. И прокладывал нам путь, как только он сам мог. Вам, конечно же, огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. А всем удачи, до скорого и работайте сообща.